Ну что, а теперь чуть-чуть болтологии. Меня девчонки попросили вернуть те болталки в машине за рулем, которые были когда-то. Я рассказывала, как у меня дела и так далее, может быть, свои какие-то мысли. Сейчас у меня много всего происходит, скажу вам честно. Но, опять же, от того, что я подросла, да, от того количества, которое подписчиков было раньше и которое есть сейчас, соответственно, есть какие-то негативные, да, люди и пишут неприятные вещи. Поэтому я многие вещи просто перестала рассказывать и выносить свою жизнь прям полностью на показ. В Инстаграме и в Ютубе это где-то 15-20% из того, что есть в моей жизни. Чуть-чуть могу рассказать какие-то все-таки вещи, потому что на злостные какие-то комментарии я не особо реагирую, потому что это... Ну, мне кажется, все-таки счастливый человек гадость не напишет. И воспитанный человек не напишет гадость, даже если он посчитает, что там человек не прав. Ну, это же моя жизнь по факту, да, чего как бы в нее вмешиваться и давать свои какие-то поучительные нюансы. Поэтому как бы я на это не реагирую и решила вам все-таки чуть-чуть рассказать. Потому что в Инстаграм я написала пост. Я была на свадьбе у своей подруги, я была подружкой невесты, вот, я пошла на свадьбу со своим молодым человеком, и на этой свадьбе в гостях, среди гостей был мистер Икс. В общем, те, которые в Инстаграме, они в теме, те, кто в Ютубе, наверное, не в теме. После развода за мной ухаживал парень. И, в принципе, в Инстаграм никаких постов, ничего такого не было. Ну, пару раз он в сторисе появился, и кто-то из девочек мне написал: «Аня, так кто?», потому что голос услышали. Я сказала, что... Я не помню, что это сказала в формате что-то или неважно, или что такое. Она говорит: «Ну, раз как бы голос появляется время от времени, и не хочешь называть, кто это, пусть это будет Икс». И как-то так повелось, что это мистер Икс. Ну, повелось и повелось. Пообщались, не получилось, расстались, все. И сейчас в Инстаграм, в общем, это такая Санта-Барбара, боже, это капец. Я просто не знаю, меня просят об этом рассказать, и я, знаете, как вот, и вроде бы можно, и в то же время я понимаю, что сейчас будет куча непонимания, потому что в Инстаграм уже есть как бы какие-то такие колки в мою сторону вещи, которые по факту людей не касаются, да, но меня ж надо уколоть обязательно, сделать как-то мне неприятно, осудить меня. И я вот думаю, я развелась, я свободная девушка. Какое осуждение вообще может быть, вы о чем? Ну, то есть я когда читаю некоторые комментарии, думаю, в смысле? Так вот, и когда я пошла на свадьбу к подруге, среди гостей был мистер Икс, а я пошла с М, потому что в Инстаграм я показала часть молодого человека, то есть как бы не лицо, а так по чуть-чуть, потому что, скажу вам честно, я чуть-чуть побаиваюсь, потому что, во-первых, о своей личной жизни я старалась не говорить и в Инстаграм тоже не афишировать, еще из-за таких вот вещей, как, то есть мой бывший муж, он смотрит мой Инстаграм, он смотрит YouTube, то есть как бы он везде меня мониторит, и я не хотела его, знаете как, чтобы ему было неприятно или там, как бы это ревность, хотя мы развелись, да, там у него уже своя какая-то личная жизнь, но вот чисто из, как бы, то ли воспитания, то ли, А потом мне сказали о том, что: «Ань, а, почему?» Ну, в общем, на самом деле, в моей жизни происходили многие разные моменты, и я слишком, вот правда вам говорю, слишком забочусь об окружающих, да, о психике окружающих, о их, внутреннем состоянии, забывая о своем внутреннем состоянии. Если мне, например, да, хочется разместить красивую фотографию со своим молодым человеком, я этого не делаю, потому что моему бывшему мужу может стать неприятно. Ну, то есть, как бы, и что теперь? Мне всю жизнь
выставлять только селфи. Ну, то есть, как бы, мне просто, знаете, почему мне хотелось бы в Инстаграм показать свою личную жизнь? Для того, чтобы девочки, а их очень много, потому что много писем, и девочки мне говорят: «Ань, типа, как, что? Ну вот я тоже после развода, вот у меня дети, да кому я нужна?» И я хочу, знаете, как, мне хочется написать много постов на тему и поддержать, как бы, девочек, ну, на тему того, что жизнь не заканчивается после развода, и я тому подтверждение, да, то есть, как бы, голову выше и вперед. Есть какие-то, конечно же, психологические моменты, они после развода очень тяжелые, и детям тяжело, например, да, и себе, ну, как бы, и мне тяжело, и родителям, и близким, и друзьям. Ну, как бы, я имею в виду, что это все, это такая, знаете, как перетрубация новая, у тебя как начинается новая жизнь, но ты потеряна, потому что у тебя было одно-одно, вот у тебя как бы все складывалось, все было определенный уклад, а потом оп, и жизнь поменялась. Никто не знает причины развода, я не буду ее говорить, но по факту я понимаю, что я прям похвалю себя, скажу о том, что как бы я очень лояльная. И есть такие определенные моменты, которые, ну, как бы, неприятны. Я надеюсь, что все устаканится. Не знаю, стоит ли, наверное, вообще об этом рассказывать или нет. Вопросов просто очень много, и опять же, многие думают, что все здорово, все зашибись. По факту все зашибись. Все мы живы, здоровы, мы дышим, утром просыпаемся, это уже зашибись. Ну, то есть я так позиционирую, да, как бы, свою жизнь. Но морально бывает очень сильно тяжело. Ну ладно, упустим. Я просто хотела сказать о том, что у меня есть желание, это я сейчас говорю для тех девочек, которые мне пишут: «Ань, ну пожалуйста, ну напиши пост, ну расскажи». И я не пишу посты и не рассказываю, я отвечаю им в личку, и мы как бы общаемся в личке, но я понимаю, что не все мне могут написать в личку. Некоторые бы прочли пост, да, которая вот, ну, очень многие пишут там: «Я на грани развода», или «Я хочу развестись, но боюсь». Другая там девочка мне писала, что говорит: «Аня, у меня прям капец, я там жить не хочу вообще, не то чтобы там, ну, короче», такие иногда пишут, и мне хочется поддержать. Поэтому, ну, знаете, как, своим постом, может быть, кому-то помочь. Потому что очень часто, когда я пишу пост в Инстаграм, мне приходит большое количество писем благодарности. И вы не представляете, как для меня это важно. Я понимаю, что я вообще не зря есть в этом Инстаграме. Это не просто фотоальбом, это как бы помощь. Это такая, знаете, как, это реально... Ну, это как подружки. Подружки, которые... То есть они как бы знают меня, да, часть моей жизни, но я не знаю их, и они рассказывают о своей жизни. Ну, это так внутри прямо аж все вот так вот. Поэтому мне многие вещи хочется вам как бы рассказать, и в то же время меня что-то останавливает, и, в общем, я не знаю. К чему я? Была на свадьбе. Свадьба была такая красивая, такая потрясающая, вообще просто. Те, кто подписан в Инстаграм, видели, потому что я кое-что снимала, хотя даже ничего не фотографировала. Я надеюсь только на фотографов, вот жду фотографии, чтобы в Инстаграм опять повыкладывать. Поэтому я думаю, напишите мне в комментарии, как правильно подать информацию, стоит ли вообще как бы рассказывать о своем молодом человеке в плане, ну там, нашем знакомстве, потому что спрашивают, где мы познакомились, там, ну и как бы, можно сказать, определенные там моменты. Я думаю, вот эти вот маленькие истории, они бы подняли боевой дух девчонок, которые, как бы, может быть, опустили руки и думают, что все, жизнь закончена после развода. На самом деле это не так. Хотя ситуации бывают разные, девочки мне пишут, что капец, бывает такое, что и бросают после роддома сразу, и вообще, ну, то есть, как бы, разные ситуации бывают. Поэтому
не знаю, как правильно поступить. Вообще, стоит ли об этом рассказывать или дальше как бы снимать себя и детей и больше не, как бы, не трогать тему личной жизни, да, потому что когда я начинала блог вести, ну, как бы, у меня все было полностью на показ, и личная жизнь в плане, как бы, муж, да, и, как бы, дети. Сейчас у меня личная жизнь, как бы, спрятана. Поэтому у меня вопрос к вам. Я понимаю, что что-то было бы полезно, а что-то я не готова, да, рассказывать, но общую концепцию, да, своего блога мне хочется сейчас сформировать, потому что начинала я как мама-блогер, да, рассказывала про пеленки, дети выросли, чуть-чуть все поменялось, и теперь у меня как бы жизнь чуть-чуть другая, то есть она насыщенная, она и в путешествиях, она и с детьми, она и бьюти, она и, блин, она разная, просто она кипит. Я вот думаю, что вам интересно, кулинария, бьюти-темы, я не знаю, личные истории, детские темы, книги, то есть в моей жизни есть это все. Я, в принципе, во влогах стараюсь, ну, по чуть-чуть всего, но, может быть, вы бы хотели... Может быть, вам нужна какая-то структура, да, потому что вы смотрите меня, да, и я должна понимать, что вам нравится, что вам заходит. У меня сейчас ремонт, я знаю, что это заходит многим, и, в принципе, эту тему я убирать не буду. Что касается детей, Ника сейчас на этапе, у нее 9 класс, на этапе ехать за границу, отправлять ее учиться или оставлять здесь. Эта тема, я думаю, что тоже может многим зайти, потому что я в раздумьях. Тема личной жизни. Я же говорю, что-то я готова показывать, что-то не готова, и вообще надо ли или не надо. То есть насколько для вас это, ну, полезно, потому что просто о ней рассказывать я не вижу смысла. Если я могу достать из этого как бы зерно полезное, я это сделаю, если вам это надо. Также, ну, бьюти-темы, уход и красота, мне кажется, это прям на ура должно идти. Особенно, когда тебе 35, и ты должна выглядеть на 25. Это я могу рассказывать, потому что я стараюсь. По поводу одежды, это тоже, мне кажется, актуально для девчонок. Что еще? Книги, как мы занимаемся, может быть, тема воспитания, я знаю, тоже она как бы актуальна, надо прям отдельное видео снять на эту тему, видео с тату, я знаю, у меня как бы тоже должно вот скоро быть. Ну, в общем, вот так вот. Я жду ваших комментариев. Сейчас очень сложный такой переломный у меня период, мне надо как-то, знаете, вообще понять все, на полочке разложить. То есть оно у меня разложено, но вокруг есть люди, которые не могут смириться с какими-то вещами, и, соответственно, идет такой дисбаланс. И идет дисбаланс, соответственно, в других каких-то моментах, в том же Инстаграме и в том же Ютубе, потому что я слегка потерялась. Я что-то могу рассказывать, что-то не могу, потому что боюсь кого-то обидеть. И это неправильно, потому что это моя жизнь, и меня никто не боится обидеть, да, а я боюсь. Почему? Ну, то есть мне в данный момент чуть-чуть неприятно. Как вам такие видео, такие болталки? Пишите в комментарии, честно, очень жду от вас обратной связи, отдачи. Мне сейчас как бы нужна поддержка, если честно. Если вы новый зритель и я вам импонирую, то подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, пишите в комментариях. А если вы со мной уже давно, девчонки, вас так всех люблю, честно, тоже жду от вас обратной связи. И всех люблю, целую, ваша Запорожская. Пока!